Меня зовут Вика, и сегодня будет необычное видео на моем канале. Сегодня мы будем переделывать мою комнату, а точнее дополнять ее. У меня есть одна белая пустая стена, которую я хочу заклеить фотографиями. И то, как я это буду делать, весь процесс я сниму на видео для вас. И я надеюсь, вам понравится эта идея. Ну а перед началом видео не забудь подписаться на мой канал, поставить палец вверх под этим видео, а также подписываться на мои социальные сети, такие как Instagram, Life Instagram, профильный, Facebook, Twitter, ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья, с удовольствием с вами пообщаюсь. Также совсем скоро я улетаю в одно интересное место, поэтому напиши обязательно в комментах, хочешь ли ты влог из того места, куда я полечу, и какой именно. То есть, чтобы я во время путешествия выкладывала ряд влогов, или в конце, один или два. В общем, напиши в комментариях, я жду твой комментарий внизу, и давайте начинать. Для этого нам, конечно же, понадобятся распечатанные фотографии, также двусторонний скотч, ножницы и надпись «Dance as Lifestyle». На самом деле идея безумно простая. Я расклеиваю фотографии так, как мне это нравится, и в центре пишу надпись «Dance as Lifestyle». Я выбрала специально фотографии из моей танцевальной жизни. Конечно же, это не все. Я выбрала те, которые мне нравятся больше всего, и которые связаны с моим коллективом, с моей танцевальной жизнью. И это очень круто. И я плакала над всеми этими фотографиями, когда я их распечатывала, смотрела, выбирала. Это очень мило. И вообще получилось очень классно. Мне безумно нравится эта идея. Я надеюсь, вам она понравится. И вас она вдохновит или просто поднимет настроение. Я буду этому искренне рада. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши в комментах, как тебе эта идея и какое это видео ждешь меня в следующем. Увидимся с вами совсем скоро, сияйте, пока!